Ежедневно в каникулярный период к различным формам организованного отдыха привлекаются все сочинские подростки. Они посещают лагеря, ходят в многодневные туристические походы, проходят курсы оздоровления и занимаются спортом на площадках. Ребята в возрасте от 14 лет получают и возможность самостоятельно заработать деньги. Труд несложный, но за месяц работы по 4 часа можно получить порядка 10 тысяч рублей. Норму в 1600 человек администрации города удалось перевыполнить. И в этом году за летние и осенние периоды будут трудоустроены 2500 детей. Как было отмечено на совещании, за 4 года работы программа «Лето», организованная по инициативе мэра Анатолия Пахомова, приносит и другие полезные результаты. Показателем является то, что у нас первые полтора месяца лета у нас низкая преступность среди несовершеннолетних. Это первый показатель, что дети все-таки не предоставлены сами себе. Мы в этом году по поручению главы города составили на каждого паспорт занятости. Эти паспорта пока у нас хранятся только в школе, но в его заполнении этого паспорта принимали равноценное участие и педагоги школы, и сам родитель, который тоже планировал время своего ребенка. Работа по предоставлению подросткам разных форм летней занятости продолжается. В среднем в день к активному отдыху, труду и оздоровлению должны быть привлечены 280 тысяч детей.